Вы смотрите новости. 1 сентября в регионе распахнут двери 295 государственных и 16 частных школ. Сядут за парты 182 тысячи учеников, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Впервые порог школы переступят 17 898 первоклашек. О новшествах предстоящего учебного года на брифинге рассказали представители областного управления образования. В новом учебном году первоклассники будут учиться 35 недель, а со 2 по 11 классы 36 учебных недель. Учебный год продлится до 31 мая. В этом году из плана обязательных дисциплин исключен предмет самопознания. Его будут преподавать в рамках дополнительного образования. Для оказания помощи детям из малоимущих многодетных семей выделено 1,1 миллиарда тенге. В этом году материальная помощь в денежном выражении будет перечисляться на счета родителей. Всего по области нуждаются в поддержке 31 322 ученика. С начала акции «Дорога в школу» от спонсоров поступило 19 миллионов тенге. На эти средства подготовлен к школе 1601 ученик. Акция «Дорога в школу» продолжится до 31 сентября. На брифинге были проанализированы итоги конкурса на государственные образовательные гранты. По области ЕНТ прошли 6570 выпускников. 5432 из них приняли участие в конкурсе. Гранты завоевали 4082 абитуриента. Это на 233 больше, чем в прошлом году.